Ивановичу Жарову 70 лет. Кинокадры почти полувековой давности. Немое кино. Первые успехи артиста. Роль фабричного контрольщика Дымбы из трилогии о Максиме сделала Жарова одним из самых известных актеров советского кино. Яркая галерея разнообразных образов, характеров и судеб. Актер широкого творческого диапазона и самобытного, редкого темперамента. Более 150 ролей в кино и на сцене театра. Театральная Москва чествовала народного артиста СССР Михаила Ивановича Жарова. Министр культуры СССР Фурцева тепло поздравила артиста, которому недавно была вручена высокая награда «Орден Ленина». Уже более 30 лет выходит Жаров на сцену прославленного Малого театра. И каждая роль – это серьезный труд, настоящее мастерство и подлинное вдохновение. Выразить признание большому артисту пришли друзья, коллеги, многочисленные зрители. Блистательный, нестареющий талант.